Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мой видео носит только информационный характер. Сегодня хочу поделиться с вами игрой. Называется Golden Farm. Решила я поучаствовать. Значит, здесь у нас вот флажок английский, русский. Можно регистрироваться как на английской версии, так и на русской. Значит, что? Регистрация здесь простая. Вот здесь будет такое окошечко справа, если кто захочет присоединиться. Будет на как бы окошко такое зарегистрироваться. Нажимайте на это окошко и регистрируйтесь. Там логин, имейл, пароль, галочка, цифровая капча. Нажимаем регистрация и регистрируемся. Вход по имейлу и паролю по электронной почте. Можно начинать без вложений. Значит, что нам при регистрации здесь дается какой-то определенный бонус. Можно начинать, как я уже сказала, без вложений. Значит, после того, как войдете в кабинет, здесь будет обучающая такая штука написана. Пройдете вот эту обучающую штуку, вам еще начислят бонусы. Значит, вот здесь далее купите и яйца вот этих птичек. Вот первое. И у меня что, куплено как бы одна штука? А, нет. У меня куплена не одна штука. Здесь ставите количество. Далее мы идем на склад. Я вот сейчас иду как бы первый раз собирать. У меня куплено вот без вложений. Я еще ничего не пополняла. Как бы не покупала на бонусные денежки. Вот у меня 3 птицы. И 187 яиц. Нажимаю собрать все. Все мне тут обнулилось. И вот внизу как бы мои яйца. Вот 188 яиц. Так. Давайте поставлю флажок на русский язык. Значит, что у нас далее? Давайте по вкладочкам пройдемся. Я хочу пополнить баланс, друзья. Значит, здесь вкладочка «Пополнить баланс» — это потом. Значит, «Заказать выплату» у нас здесь вкладочка. Здесь платежные системы как бы. Выбираем любую, ну, например, Pair. Грузит у меня, как всегда. Вот. Значит, пример кошелька. Отдаете серебро для вывода. И сумма в USD. Можно в рублях как бы здесь. Так далее. И нажимаем заказать. Мой профиль. Это наш профиль, что мы при регистрации. Здесь настройки. Смена пароля тоже. Как бы текущая валюта аккаунта. Вот у меня USD. Так, выход из профиля. Так, здесь у нас купить яйца. Это склад, торговая лавка. Здесь можно продавать, продать все. Так, вот мне на сумму серебра как бы 1,88. Далее. Ежедневный бонус, друзья, есть. Не знаю, я вчера получала бонус. Я очень поздно заходила получить бонус. Так, на ваш счет для покупок зачислен бонус в размере 35 серебра. Сумма бонуса генерируется случайно от 10 до 100 серебра. Так, далее что? Здесь обменник. Значит, в обменном пункте мы можем обменять серебро для вывода на серебро для покупок. Так, при обмене серебра вы получаете плюс 20% на счет для покупок. Здесь количество серебра выбираем и получаем сколько? Плюс 20%. Это можно обменять. Так, вкладочка, так, обменник. Мои рефералы, здесь будут отображаться наши партнеры. Значит, реферальное вознаграждение здесь какое у нас? 30, 10, 5 и 5%. И за каждую регистрацию с уникальным IP
250 серебра для покупок. Далее, здесь есть две реферальные ссылочки. Так, ваша рефссылка на русскую версию сайта и ваша рефссылка на английскую версию сайта. Так, далее что у нас? Промо-материалы. Значит, здесь очень много баннеров. Посмотрите, вот можно вот любой баннер нажать, как бы, да, очень много. Так, здесь рассчитать прибыль. Вот. Введите количество птиц и в результате получите, сколько они вам принесут денег за 24 часа. Это тоже можно все рассчитать. Так, и я хочу пополнить баланс, друзья. Буду пополнять с пейера на 2 доллара. Вот ставлю 2 доллара. Так. И они мне принесут. Так, введите сумму, на которую вы хотите пополнить баланс. После пополнения вам будет зачислено серебро. И смотрите, вот мне дадут еще 100%. Я намного не буду пополнять. Ну, пусть будет 2 доллара. Друзья, эта игра без вложений. Я рискую своими деньгами. Вы же, если зайдете, работайте без вложений на бонусные, как бы, монеты. На бонусное серебро. Значит, потому что это интернет и всегда есть риски. Давайте пополню. Пополнить. Значит, я получу 26 тысяч. Далее пополнить. Перебрасывает на пэйр. Поставлю на паузу и пополню. Так, я пополнила. Далее что? Пу-пу-пу. Так, друзья, купить птиц. Нажимаю. Так, купить птиц. И у меня 26 серебра. Я, значит, могу купить. Что я куплю? Так. 24 серебра. 4 птички у меня выходят, вот этих коричневых. Так, по 6 тысяч. Сейчас посмотрю. Так, купить. Так. Иду, значит, далее куда? На склад. Ага, у меня куплено 4 вот птицы снесли. И что? Ой. Так, что мне еще осталось-то? Так, у меня 3 таких птицы, 4 таких. У меня еще должно остаться серебро, вроде бы как. Значит, мой профайл. Так, баланс для покупок. У меня осталось 2431 серебро. Так. И я еще могу купить 2 птички. Значит, далее я иду опять купить птички. Вот это 1200. Я могу купить вот этих 2. Так, купить. Купила. Сейчас идем опять на склад. Посмотрим. Куплены у меня птички. Так, да, у меня 3 таких теперь стало. Вот это бонусные птички у меня. Вот этих я 2 купил. Ой. И вот этих у меня вышло. Так. Далее идем опять в профиль. Посмотрим, что у меня там. И все. У меня 31 серебро осталось. Больше я ничего не куплю. Так. Далее что? Ну, здесь вот главное. Здесь вот выплаты идут. Страничка. Далее что? Правила можно ознакомиться, почитать. Далее о ферме. Так. Стоимость птиц всего от 1 рубля. Автоматическая система накопления яиц, сбор яиц без потерь, без ограничений по срокам. Собирайте яйца так, как
удобно именно вам. Хоть раз в час, хоть раз в день, хоть раз в месяц. Яйца никогда не испортятся и не пропадут. Ну, это хорошо. Так, системный рынок позволяет мгновенно обменять яйца на серебро. Максимально быстро автоматические выплаты денег на ваш кошелек. Но это все далее просмотрите. Так, здесь рассчитать. Значит, ну а здесь что? Видите количество яиц и в результате получите, сколько они вам принесут денег за 24 часа. Вот, вот мои птички. Так, далее что? Здесь поддержка. Можно создать тикет тема, содержание как можно подробнее и отправить. И вопросы-ответы вот здесь вот они. Так, как начать играть? Далее, после регистрации в проекте вы переходите в раздел «Купить птиц», где совершаете нужные покупки, собираете яйца, продаете и получаете серебро. Значит, и что я хочу вам еще здесь обратить внимание? Значит, смотрите, давайте пройдемся немножечко по-быстренькому, я все зачитывать не буду. Так, если я не пополнил баланс, могу ли я начать играть? Да, можете. Как пополнить баланс? Здесь прочтете. Я вам показала, как мне вывести деньги из проекта. Вывести заработанное вы можете в разделе «Заказать выплату». Там присутствуют специальные формы для выплат. Так, как скоро я смогу начать выводить деньги? Сразу после покупки птиц в разделе так, «Заказать выплату». Перевод. Перед выводом средств вам нужно собрать яйца и обменять их на серебро. Так, выплаты могут производить только пользователи, которые пополнили баланс от 10 рублей. Вот что важно. Заглушка здесь. Так, это вынужденная мера для защиты проекта от накруток ботов. Ясно. Как можно еще зарабатывать серебро в проекте, кроме пополнения? Здесь вот рефералы, конкурсы, бонус. Ладно, как мне привлечь рефера? Так, что я хотела вам показать? Здесь знаете что? Идет 70% на покупку серебра для покупок и 30% на вывод. Вот. Вот так. Такие вот дела. Так, а это YouTube, это у них что здесь? Так, ага, смотрите, дорогие друзья, предоставляем вам возможность проявить свои творческие способности, а также заработать на этом. Все, что вам требуется, это снять видео о нашем проекте, разместить его на YouTube, добавить в описание свою реферальную ссылку и отправить нам ссылку на это видео, используя специальное поле внизу страницы. Каждый участник, приславший видео, получает 10 тысяч серебра для покупок, а самые лучшие будут вознаграждены дополнительно ценными призами. Ну и неплохо. Смотрите, условия: продолжительность видео не менее 2 минут. Озвучка качественно, без помех и прочих нежелательных моментов. Видео должно иметь интересные названия и не менее 800 просмотров. Пожалуйста, не присылайте чужие видео. Вот так ушки. Вот. У кого есть YouTube-канал, вот для YouTube-блогеров это как раз и подходит. Ну, в принципе, на этом все. Кому интересно, друзья, пользуйтесь. Вывод потом будем проверять. Естественно, буду делать видеообзор. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч!